Приветствую вас, Елена, давайте разберем ваш вопрос. Когда я читал ваш текст, то основная мысль, которая у меня была, заключалась в том, как же вот сильно вы себя обесцениваете, вот как же сильно вы ставите себя в зависимость от мужчины. Вот, как же сильно вы боитесь, наверное, остаться одна, вот, что терпели и терпите, вот, такое отношение человека к вам. А я думаю, что какого-то такого уникального какого-то решения, да, вашей ситуации нет, потому что вы привыкли жить определенным образом, в частности, вы привыкли подчиняться, вы привыкли все тащить на себе, вот, вы привыкли жить для кого-то, вот, и не привыкли жить для себя. Вы привыкли ставить во главе угла чувства других, но не свои. И именно это является основой для того, что с вами сейчас происходит. И именно это является не корнем, конечно, но системообразующим фактором. То есть вам 40 лет, а вы, по сути, не умеете жить без кого-то. Вы много времени, да, потратили на человека, который относится к вам. Вот так. Он может быть неплохой человек-то. Может быть, человек-то неплохой. Просто и вы научили его, что с вами можно так. И вы научили его, что с вами можно так обращаться, как он обращается. Понимаете? Вы научили его. Только если вы будете учиться любить себя, если вы будете учиться ценить себя, если вы будете учиться принимать себя, если вы будете работать с личными границами, если вы будете работать с ответственностью, со внимательностью к себе, потому что сейчас вы невнимательны. Совершенно невнимательно к себе, в том смысле, что вот, я сейчас покажу вам вот, ход ваших мыслей, вот, а вы увидите то, о чем я говорю, ну, надеюсь, что увидите. Смотрите, значит, вы пишете, то ли вернуться и с собой повторяться, или не возвращаться. Пишите вы. Это ваша мысль. Понятно, что это ваши мысли в ответ на ситуацию, которая вот, произошла с вами. Совершенно очевидно. Но подумайте, какие чувства вас направляют. Я имею в виду, какие чувства вас направляют думать, возвращаться или нет. Когда человек вас оскорблял и по сути, вы никак на это не реагируете. Вот.
конечно, вы реагируете на это определенным образом, безусловно. Конечно, вы на это реагируете как-то. Вот. Но выглядит это несколько неуверенным. Вот. Не знаю, понимаете вы это или нет, видите вы это или нет. И ваши мысли, которые вот возникают, когда эта ситуация происходит, вот, очень важно, как мне кажется, обратить на это внимание вам, в первую очередь. Вот, и посмотреть, что у вас там за чувство. Я думаю, что там есть страх. Страх остаться одной, например. Страх тому, что того, что вы будете не нужна. Вот. Как вариант. Не обязательно, что это только так. Но вот как вариант вполне может быть. Может быть и такой. И вот с этими чувствами нужно работать, чтобы вы, возможно, впервые за свою жизнь учились обращать внимание на себя, замечать именно в себе какие-то вещи, какие-то истории, перемены, события. Вот. Они в других, не обращали бы своё внимание на других. Вот, потому что точнее, ведёт себя мужчина с вами, вот, это ведь прямое отражение того, как чувствуете себя вы, что если вы готовы брать на себя тотально ответственность, именно вот тотально за мужчину и приучили его к этому, ну мужчину я имею в виду, приучили к этому. Потому что тотально берете ответственность за него на себя, то, конечно, он будет вот и реагировать подобным образом. И было бы, как мне кажется, странно, если бы он не реагировал бы таким образом. Потому что вы сами даете ему такую возможность. Вот, надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Вот. А что здесь можно сделать? Ну, для начала изучите сами треугольник Карпмана. И сценарий такой жизненный, просто напишите в интернете. Жизненный сценарий матушка Хаббард. Вот. Изучите эти две вещи. Дальше, я думаю, что, в принципе, вы сможете сами уже для себя какие-то вещи увидеть. Дальше, я думаю, что вы сами для себя сможете какие-то вещи уже замечать.
На этом все. Надеюсь, что помог вам, Елена, хоть немного. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.